які научні досягнення більше всього порадували миколаївців, якими вони користуються? Запитаємо. Не знаю, всякі бытовые нові штучки інтересні, комп'ютерні програми нові якісь, які допомагають мені, допустимо, моїй повседневной работе. Так, хорошо. А еще, возможно, тот же утюг или что-то, что у вас в любимчиках находится среди разработок? Не люблю пользоваться утюгом, вообще гладить не люблю. Ну, среди разработок, наверное, какие-то бытовые кухонные комбайны, вот, блендеры, ну, все, что на кухне может помочь. Я не знаю, мне кажется, что вот эта вся бытовая техника, которая облегчила нам очень жизнь, это самое большое достижение науки, как для меня, как для мамы, у которой очень много стирки, потому что двое деток, которая пользуется там электрической духовкой, например, потому что у меня ребенок очень любит сладкое, очень любит домашние кексы и просит: «Мама, где там пирог наш, когда он будет?» Ну, я не знаю, ну, тот же телевизор, ну, я не имею в виду какие-нибудь там страшные фильмы, но когда показывают программы, например, о животных. У меня ребенок очень это любит. Он любит какие-то программы, мультфильмы о динозаврах, например. Ну, для меня это достижение. Может, я и не права, но вот мне это облегчает жизнь. Телефоном, компьютером, планшетом. А что больше всего приносит вам радость? Это ничего не приносит радости. Просто, ну, телефон, позвонить там, все дела, помогает. Технологии, которые идут вперед. Скажем, в мире электроники. Это уже интересно. А конкретнее, может быть? Ну, все остальное у нас как бы на бюджетном уровне. Для Украины водородная бомба. Я только начал пользоваться интернетом, поэтому для меня сейчас сложно сказать эти все варианты. А вот тот же телефон, телевизор? Телефоном пользуюсь, телефоном, телевизор, естественно, пользуюсь телевизором. А что, ну вот, больше всего вам нравится? Ну, в принципе, все дело в том, что у меня сын журналист в Киеве, вот. Он политический обозреватель, поэтому я в основном, буду говорить так, интересуюсь политическими всякими этими программами, потому что, ну, сын иногда звонит, расспрашивает, как я отношусь к тому-тому событию и так далее, то есть, как бы, ну, чуть советуется с отцом, будем так говорить. Интернет, духовка, стиральная машина. Что там, микроволновка. Так. Ну. А какие научные достижения больше всего радуют вас? Наверное, машинка стиральная. Как это в каждой хозяйке, это самое главное, наверное.